Ну и так мы начинаем. Здравствуйте, уважаемые эксперты, уважаемые зрители нашего мероприятия. Приветствую всех вас на экспертной встрече региональной аналитической платформы Kabar.Asia. Сегодня она посвящена вопросу развития СМИ в странах Центральной Азии. Как мы знаем, 3 мая весь журналистский мир отмечает Всемирный день свободы печати. В этот день чаще говорят о свободе слова, и это очень важно. Но часто из виду упускаются технические, бытовые трудности медиа, которые не дают раскрыть свой потенциал, не дают свободно расправить крылья. Средства массовой информации, как мы знаем, играют ключевую роль в построении развитой и прогрессивной страны, нуждаются в поддержке как со стороны широких слоев населения, так и государства, бизнеса и прогрессивной общественности. Однако в странах Центральной Азии СМИ хронически сталкиваются с рядом проблем, которые препятствуют их институциональному развитию и укреплению. Проблема эта одинаково касается как государственные, так и частные медиа. И сегодня мы вместе с экспертами обсудим, что мешает местным медиа развиваться и полноценно выполнять свою роль в обществе как институт СМИ. Какие стоят новые вызовы перед СМИ в эпоху цифровизации и развития социальных сетей, и какие шаги еще нужно предпринимать для решения основных проблем. И я представляю наших экспертов. Из Казахстана с нами на связи медиаэксперт Адиль Джалилов, руководитель Международного центра журналистики «Медианет» и первого в Центральной Азии фактчекингового ресурса «Фактчек.кз». Также он является сооснователем популярного аналитического издания «Власть.кз». Из Кыргызстана с нами на связи Аделя Лаишева. Аделя – медиаэксперт с большим опытом работы. Она директор Республиканского учебного центра медиакоммуникации. Высококвалифицированный менеджер с опытом разработки и реализации учебных программ различного уровня сложности в медиасфере, имеющий навыки тренерской деятельности. Она также является председателем фонда расследовательской журналистики. Ситуацию в Таджикистане нам разъяснит медиаэксперт Нуридин Каршыбоев, руководитель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана. Нуридин является разработчиком и соавтором ряда законодательных документов в области СМИ и свободы слова в Таджикистане. Он также имеет большой опыт в области защиты прав журналистов и профессиональной подготовки журналистов. Из Узбекистана с нами Наргиз Касымова, она доктор филологических наук, доцент факультета медиа и коммуникации Узбекского государственного университета мировых языков. Наргиз также является исследовательницей в области развития СМИ. Она ведет блоги по экологической журналистике и вообще по экологии на узбекском и русском языках, и также занимается обучением журналистов и хорошо владеет и знает систему в целом. Добро пожаловать, уважаемый эксперт. Здравствуйте. Здравствуйте. В первой части нашего обсуждения давайте подробно поговорим об этих самых институциональных проблемах каждой из стран Центральной Азии. Какие факторы играют отрицательную, тормозящую роль в развитии медиа как частных, так и государственных? И сейчас первое слово я предоставляю по алфавиту. Адиль, вам, Казахстан, также по алфавиту первый в Центральной Азии. Пожалуйста, Адиль, вам слово. Расскажите нам о том, какова ситуация, как развиваются СМИ, что им мешает и что помогает, наоборот, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо. Очень рад всех видеть. И спасибо за приглашение. Мне кажется, очень важная тема, особенно действительно накануне важного праздника. Казахстанские СМИ, скажем так, развиваются вопреки обстоятельствам. Сейчас общая ситуация такова, что она в целом похожа по всем странам Центральной Азии, может быть, где-то за исключением Кыргызстана, в том, что
доминирование государства на рынке медиа, оно превышает все возможные вообще здравомыслящие рамки, потому что доля государства не должна быть высокой на рынке для того, чтобы обеспечить сбалансированное развитие. У нас же в наших странах государство доминирует практически во всем. В государственном информационном заказе, в подготовке кадров, на рынке телевидения и даже сейчас в интернете появляются попытки отхватить часть аудитории. Это влияет очень негативно на все. Мне кажется, это вносит дисбаланс во все. В распределение аудитории, вообще в баланс какого-то идеологического контента, вообще качество. То есть влияние государства всегда тлетворно, на самом деле, если речь идет о масс-медиа. Мне кажется, что есть очень важный момент, который может сильно повлиять на то, чтобы все наладить. Это уменьшить просто влияние государства и участие государства во всех сферах. Возможно, это один из важнейших сегментов, одно из важнейших решений, которое может поспособствовать улучшению наших вообще вот медийной сферы, скажем так, и устойчивости тоже. Но я могу продолжить. Я думал, что мы высказываемся коротко, но если бы я приводил даже в пример, есть такой, скажем, термин, который называется фундаментальная ошибка атрибуции. Он применяется в социальной психологии и очень явно проявляется вообще из-за того, что участие государства во всех сферах чрезмерно. И он заключается в том, что один из участников спора, скажем, да, диалога и так далее, воспринимает ошибки соперника, оппонента в том, что объясняет их индивидуальными особенностями, а второй объясняет все обстоятельствами. То же самое происходит, и они никогда не смогут понять друг друга. То же самое происходит, если представить государство и масс-медиа. Государственные в лице чиновников, конечно же, воспринимает СМИ как теми, кто гоняется за жареными фактами, те, кто выполняет заказуху, те, кто иностранный агент или что-то в этом роде. А СМИ объясняют все обстоятельствами. Да? То есть они говорят, что у нас плохая фискальная политика, у нас плохое регулирование, плохое законодательство и правоприменительная практика. Они говорят о том, что у нас ограниченная и слабая либерализация рынка, что мешает привлечению инвестиций, например, и плохая подготовка кадров. Они объясняют все обстоятельствами, а чиновники склонны объяснять все очень простыми вещами, понятными для них, тем, что там СМИ плохо работают или что-то. И вот это самое участие государства влияет на все, на принятие решений, на нормативно-правовую базу, на правоприменение и так далее и тому подобное. И я думаю, что корень этих проблем, возможно, как раз там, в политическом строе. Например, там, Кыргызстан чем отличается, тем, что у них выборы какие-никакие были, и сменяемость руководства страны происходит. А в наших странах, как известно, выборы честными практически не бывают. И это влияет на то, что руководят странами не политики, а чиновники. У чиновников минимальный иммунитет к критике. Эти же чиновники, соответственно, влияют постоянно, пытаются воздействовать на рынок, пытаются выхолостить рынок СМИ, сделать его максимально послушным, комфортным и так далее. Я думаю, что все это вместе влияет на то, что масс-медиа во всех наших странах, в Казахстане в том числе, развиваются слабо, неконкурентоспособны совершенно, не соответствуют международным стандартам, реалиям, вызовам и так далее, но пытаются, вопреки всему этому, развиваться, но в основном развиваются в частном секторе. Спасибо, Адиль. Знаете, вот, наверное, уникальная ситуация в Казахстане, когда много раз когда мы слышим о том, что госзаказ, он мешает, госфинансирование, оно мешает. В некоторых странах, наоборот, наших жалуются на то, что нет поддержки от государства для развития СМИ и так далее. Но вот видите, на опыте Казахстана мы видим, что это тоже не выход и не вариант.
Сейчас я хочу попросить рассказать Аделю о ситуации в Кыргызстане, потому что вот какое-то время назад мы очень часто говорили о том, что Кыргызстан является для нас, для всех примером, где очень свободно развиваются СМИ, где очень комфортно работать журналистом. Так ли это на самом деле? Расскажите сейчас, Аделя, какие у вас проблемы в СМИ вырисовываются? Пожалуйста, вам слово. Нажмите на... Спасибо большое за приглашение на такую встречу, потому что очень интересно изучить опыт разных стран, хотя мы друг о друге очень много знаем, но какие-то нюансы всегда проходят мимо нас. Но и сразу, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех журналистов с наступающим Днем свободы прессы и мое всегдашнее пожелание – острых вам перьев и хороших новостей. Это оптимистичная нота, но теперь немножко пессимизма в нашу историю. По данным Министерства юстиции, в нашей стране зарегистрировано более 1500 медиа. Это на 6 миллионов, это достаточно большая цифра. Но общественное объединение журналисты у нас проводит сейчас мониторинг действующих СМИ, и выяснилось, что медиа на самом деле работающих у нас всего около 200. Во-первых, это проблемы законодательства, потому что иногда у нас очень легко открыть медиа, но очень сложно закрыть какое-то предприятие. Потом некоторые владельцы медиа держат их для каких-то случаев, когда нужно, тогда они выходят в эфир, выходят в печать и так далее. Когда не нужно, они просто уходят в тишину и прекращают работу на какое-то время, может быть, насовсем. СМИ в нашей стране, наверное, как и во всех странах, живут в основном за счет рекламных доходов и донорских средств. Недавно Объединенный медиакомитет привел статистику последних 5 лет. И я скажу, что в 2019 году, то есть в пандемийном году, был у нас пик рекламных денег, когда на рекламном рынке у нас было более 20 миллионов долларов. Не знаю, как для всех стран, для нашей страны это, в принципе, большая сумма. Но после пандемии рекламный рынок сильно сократился, и в 2020 и в 2021 году он упал до 16 миллионов. Сейчас чуть подрос, но, тем не менее, он остается. И наряду с снижением рекламного рынка падает стоимость производства и размещения рекламы. Это получается, что медиа нужно больше нарабатывать рекламы, чтобы хотя бы остаться на тех же позициях. Кроме того, наверное, это общая тенденция, что часть денег уходит в интернет. Это у нас почти половина бюджета уходит в интернет, но это реалии нашего времени. Мы еще об интернете, наверное, сегодня поговорим. Но что касается донорских средств, то доля их, конечно, тоже падает. Но даже при таких условиях работать с донорскими средствами для независимых медиа донорские средства являются очень большой долей, и работать с этими средствами становится все сложнее и сложнее. Вот Адиль говорил, что казахские медиа считают плохим свое издательство. До недавнего времени в Кыргызстане мы очень гордились тем, что у нас очень хорошие были недостатки, но они были незначительны. Но все изменилось с приходом новой власти, мы приняли новую конституцию, и в прошлом году у нас было принято несколько законов, которые ущемляют деятельность СМИ. Например, в прошлом году был принят закон о некоммерческих организациях, который напрямую коснулся медиа, которые очень многие из которых зарегистрированы как некоммерческие организации. По этому новому закону разрабатываются дополнительные формы отчетности всех иностранных поступлений. Причем закон принят, но вот эти формы отчетности, они дорабатываются еще сейчас, и многие даже налоговики не понимают, как работать с этими формами. Там очень много дублирующих статей, очень много непонятных пунктов, и понятно, что допущенные ошибки при сдаче налоговой отчетности могут быть поводом для нарекания в адрес СМИ. И в нужный момент это сыграет свою роль. Кроме финансовых вопросов, есть еще и вопросы юридического плана. Идет целевая законодательная атака на неугодные СМИ. В июле прошлого года Чогурку Кинеш принял скандальный закон, который мы называем о фейках, на самом деле он звучит о защите от недостоверной информации. И этот закон содержит ряд
таких расплывчатых формулировках предоставляет судам, властям без суда произвольно блокировать доступ к интернет-сайтам. Кстати, сам закон нашим Джугур-Кукинешем был принят с нарушением Конституции и всевозможных процессуальных норм. Но про это мы умолчим, потому что эти нормы нарушаются не медиа, а нормы нарушаются законодательным органом. Мы гордились, как Кыргызстан, мы гордились тем, что у нас декриминализована клевета. Но нынешняя власть стала применять другие рычаги давления к неугодным СМИ. Например, за перепечатку материала издания «Азия Плюс» во время боевых столкновений на кыргызско-таджикской границе, мы сегодня эту тему не захватываем, мы говорим только о медиа. Информационное агентство «Кактус Медиа» было, на информационное агентство «Кактус Медиа» было заведено уголовное дело по статье 407 «Пропаганда войны», то есть распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывание военного конфликта. Хотя, несмотря на то, что издание при перепечатке сохранило все исходные данные, затем извинилась перед читателями, сняла публикацию, но, тем не менее, дело на ней было заведено, сейчас оно, по-моему, спущено как-то на тормозах, и, может быть, удалось изданию оправдаться, но, тем не менее, дело было заведено, и было очень громкое. Еще одной популярной статьей сейчас стала статья за экстремистскую деятельность и разжигание национальной розни. Именно по этой статье было возбуждено дело против директора телекомпании Next TV Талая Душимбиева. Там еще есть добавка, что нарушение по предварительному сговору с группой лиц. Правда, человек уже почти два месяца сидит, и никто эту группу лиц так и не назовет. Я уже не говорю о преследовании Болота Термирова и членов его команды, потому что сначала им приписывалось хранение и употребление наркотиков, сейчас вообще государственная преступность, подделка документов, незаконное пересечение границ. Но я думаю, если вы следите за тем, что творится в Кыргызстане, это дело очень громкое, оно, о нем говорят все, и можно с ним ознакомиться. Кроме того, в нашей стране активно работают фабрики троллей, которые пытаются дискредитировать в сетях отдельные виды медиа и конкретных журналистов. Периодически взламываются аккаунты журналистов, причем последние атаки пошли вот буквально вчера-позавчера, и наши фактикеры выяснили, что они идут все с одного, вообще с одного мобильного устройства. Пару недель назад Институт медиаполиси презентовал мониторинг ситуации со свободой слова в Кыргызстане. Если кому-то интересно его досконально изучить, я могу ссылку поделиться либо здесь в чате, либо под прямой трансляцией в Фейсбуке. Но если кому-то интересно и кто-то пропустит, он может обратиться ко мне или просто посмотреть на сайте Института медиаполиси. Что еще у нас усложняет жизнь? Это тоже нормы, принятые в прошлом году. Это тоже законы. Закон о госязыке, который предписывает не менее 50% вещания на государственном языке и о доле национального аудиовизуального контента в эфире. Норма госязыка для меня, она как бы спорная, потому что я понимаю, что мы живем в государстве, мы живем в Кыргызстане, где государственный язык кыргызский, и надо выполнять эту норму, но она, наверное, должна быть все-таки постепенной, потому что если медиа было русскоязычным, то ему нужен какой-то период времени для того, чтобы либо набрать новых сотрудников, либо заменить старых сотрудников на часть новых с тем, чтобы выполнять эту все-таки норму. Ну и национальный аудиовизуальный контент, понятно, что медиа у нас не такие богатые и не могут выпускать национальный аудиовизуальный контент в том объеме, в котором требует эфир. Поэтому, но по этим законам, знаете как, по этим законам все равно идет, не отслеживаются все медиа, а отслеживаются медиа выборно. Вот проблема в том, что по всем нашим законам у нас идет выборочное, точечный удар по медиа. Ну и, наверное, еще один такой из нововведений, которые бьют по работе журналистов. Это по инициативе президента у нас закрываются декларации чиновников, то есть это доступ к информации закрыт. И по новому закону о тендерах закрывается вся информация о закупках госпредприятий. А ведь раньше именно тендерные вот эти материалы, информация о тендерах, она и была информационным поводом для каких-то мероприятий, и она была информационным поводом для журналистских расследований.
Сейчас все это закрывается. Ну, и еще один момент, который я бы хотела отметить, это когда мы говорим о медиа, то, наверное, вот в Кыргызстане это особенно заметно, что нужно говорить отдельно о столичных СМИ и о региональных СМИ, потому что условия и возможности у тех и у других очень разные. Я недавно была, не скажу в каком регионе, чтобы не подставлять руководителя компании, но фондом расследовательской журналистики мы проводили общественные слушания. И так как в регионе очень мало информационных поводов, нас пригласили на эфир этого телеканала. И директор телеканала очень слезно просил: вы, говорит, пожалуйста, много нашу власть не ругайте и о своих расследованиях много не говорите. Вы просто скажите, что вы занимаетесь образованием, что вы вот в общем, а нас не трогайте, потому что на местах люди очень, очень боятся местные органы самоуправления, которые к ним находятся ближе. Ну вот, наверное, пока все, а потом я дальше продолжу. Да, спасибо большое вам, Аделя. Все это очень мне много что напоминает в нашей стране. Нуриддин, пожалуйста, вам слово. Мне кажется, что самые большие проблемы – это у СМИ Таджикистана. Включите, пожалуйста, ваш микрофон. Да. Ждем вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне очень приятно видеть всех знакомых лиц. Давно мы не общались. К сожалению, ситуация такова, что в режиме офлайна мы уже третий год не можем встретиться. И благодарю IWPR за то, что предоставили эту площадку для того, чтобы обсудить очень важные вопросы развития СМИ в нашем регионе. Я послушал Аделю и думаю, что на самом деле у вас еще намного ситуация лучше, чем в Таджикистане. Само условие для развития СМИ, особенно независимых, в Таджикистане очень сложное. Экономическая ситуация, то есть источники финансовых средств, которые могли бы пойти на развитие СМИ, у нас почти отсутствует. Грантовая поддержка со стороны донорской организации, к сожалению, тоже невелика. И в этом году до сих пор неизвестно судьба таджикского филиала Института открытого общества Фонда содействия, которая была одним из действенным донором для развития журналистики в Таджикистане, поскольку у них пока еще статус не определен и финансирование тоже отсутствует. А других крупных доноров осталось только Евросоюз. Чтобы получить от Евросоюза финансирование, необходимо очень большие усилия, чтобы разработать проект и выиграть грант. Экономическая ситуация такая, что и рынок рекламы в Таджикистане невелик и уже давно распределен между определенными игроками в сфере СМИ. В Таджикистане не все предприниматели и даже крупные компании заинтересованы в том, чтобы выступить спонсором или поддержать СМИ иными способами, поскольку, по их мнению, это чревато последствиями. И как только будут известны какие-то инициативы по поддержке СМИ, у этих компаний сразу возникает проблема с фискальными органами. Большая проблема – это проблема самоцензуры. К сожалению, ограничение свободы слова и попытки взять под контроль, под тотальный контроль со стороны властей деятельности СМИ и журналистов привело к такой ситуации, что есть определенные тематики, которые являются для журналистов красной линией.
Дальше этой красной линии никто не хочет расследовать какие-то инциденты или анализировать ситуацию относительно развития экономического, даже экономического развития. Другая проблема, это, как Аделя сказала, и эта проблема всегда остается актуальной не только для наших журналистов, но и для журналистов всего региона, это доступ к информации. Несмотря на то, что есть законодательные нормы, которые призваны обеспечить доступ журналистов к источникам официальной информации, по различным оценкам, больше половины информационных запросов в Таджикистане не удовлетворяется. У нас есть платформа, на которой мы отслеживаем выполнение этих информационных запросов. Тем не менее, если даже лучшие показатели, до 70% получения ответа, не помогает журналистам делать хорошие материалы, потому что большинство ответов являются отписками или ответами не по существу. Даже Генеральная прокуратура, которая призвана отслеживать выполнение нормы законодательства в стране, не реагирует на запросы журналистов. Есть ряд других министерств и ведомств, которые часто игнорируют информационные запросы. В таком случае завоевать аудиторию для большинства СМИ очень сложно. И, к сожалению, по моему наблюдению, за погоню за количеством некоторые наши донорские организации, организации поддержки СМИ забывают об устойчивости СМИ, которые давно работают. Сейчас в Таджикистане очень малое количество СМИ, которые работают. Многие из них ушли из этого рынка, но те, которые появились недавно, это отрадно, что все-таки молодые поколения хотят делать что-то и открывать новые информационные ресурсы. Например, Zira Media, Limu, Tiji и несколько других, Jom, несколько других информационных ресурсов, которые объединяют усилия молодых журналистов. Но, тем не менее, у них и охват небольшой, и думаю, что для того, чтобы обеспечить их устойчивости, еще нужно немало усилий. И усилия должны быть направлены на институциональное развитие и СМИ, и новые медиа, для того, чтобы они могли иметь хороший потенциал, наращивать этот потенциал. Но, к сожалению, вот ситуация, связанная с нынешней глобальной ситуацией, не позволяет, чтобы эти новые медиа успешно развивались. Конечно, если будем перечислять этих недостатков, времени, наверное, не хватает, но отрадно, что вопреки всех этих сложностей, все-таки журналистика и, в частности, независимая журналистика в нашем регионе развивается, а нам остается только надеяться на то, что все-таки организации поддержки СМИ наконец-то придут к такому выводу, что нельзя только реагировать на какие-то экстренные ситуации и горячие точки, но и способствовать тому, чтобы независимые СМИ в нашем регионе не в нашем регионе, который большинство из них находится на грани самоликвидации, работали, развивались и
делали то, что предназначено для них. И здесь хочу сказать еще одно замечание по поводу государственной поддержки. Да, государственная поддержка чревата последствиями контроля над редакционной политикой. Но законом, допустим, законом Республики Татарстан о периодической печати и других средств массовой информации, которые являются основным профильным законом, предусмотрена программа поддержки СМИ. К сожалению, государственные СМИ и получают и субсидии, и других видов поддержки, например, в плане принудительной подписки на эти издания. Но для независимых СМИ совсем мало возможностей. Было бы целесообразно разработать такой неполитической, ангажированной программы поддержки СМИ, независимо от форм собственности. И Спасибо, Нуриддин. У нас есть специальная сессия по рекомендациям. Пожалуйста, эту свою рекомендацию запомните и потом ее выскажите нам. Хорошо. Спасибо вам большое за вашу экспертизу. Вот давайте сейчас мы перейдем к Узбекистану. Наргиз, пожалуйста, расскажите нам о ситуации в вашей стране. Вот с 2016 года мы наблюдаем довольно хороший рост во многих отраслях экономики в вашей стране. А как обстоят дела со средствами информации? Есть ли там поддержка со стороны общества, госструктур, бизнес-структур? Или там такая же ситуация, как и во многих странах Центральной Азии? Пожалуйста, вам слово. Звук, пожалуйста, включите, Наргиз. Да. Извините, я забыла. Еще раз здравствуйте, спасибо за приглашение. Я поздравляю всех наших коллег с двойным праздником. Это Днем свободы прессы, как сказала Адели, и Рамазан Хаитом. Желаю золотого пера. Кстати, у нас ежегодно проходит национальный конкурс «Золотое перо», именно куда приглашаются журналисты, блогеры. Конечно же, добра, мира и здоровья. Ну, если говорить о состоянии СМИ в Узбекистане, то на сегодняшний день, то есть это на состояние декабря 2021 года, в Узбекистане действует 1683 СМИ. Но, естественно, половина их практически не работает. И, как и в других республиках, у нас проблем полно. В первую очередь, проблема состоит в том, что лишь несколько десятков СМИ из них имеют хоть какой-то вес и могут положительно влиять на решение тех или иных проблем. Ну, это, например, можно привести это Кунус, Дарьоус, это узбекоязычные СМИ, газета УС и из печатных СМИ это Халк Сузы, Янги Узбекистан и так далее. Ну, естественно, некоторые региональные СМИ могут влиять на бытовые вопросы в своих регионах, но очень большой разрыв между столицей и областями, что коллеги могут даже не знать о существовании друг друга. И самый главный вопрос, который не дает нам говорить о полной свободе слова, это, естественно, финансовая зависимость. Практически абсолютно все медиа, но не абсолютно все, это в основном интернет-медиа, крайне сильно зависит от просмотров, так как вот продажа рекламы – это единственный разрешенный способ зарабатывать на жизнь. И хочу сказать, что у нас где-то на 40-60%, то есть 60% – это у нас частные СМИ, а где-то 40% – это государственные СМИ. И в основном туда относятся телеканалы, государственные телеканалы. У нас есть 12 телеканалов государственных, плюс их есть филиалы в областях. А остальные – это не государственные телеканалы, но они все зависят от рекламы. Я почему говорю о государственном и негосударственном? Потому что государственные телеканалы, они получают какие-то дотации, какую-то поддержку от государства, а частные, естественно, они сидят уже на рекламе. Но самое плохое то, что местные вот бизнесмены, меценаты, они не заинтересованы в инвестициях и донорской помощи СМИ. Работа с международными донорами в республике запрещена, то есть не разрешена.
СМИ не имеют права принимать гранты или помощь международных организаций. Ну, это такое правило существует, кажется, не только в Узбекистане, но и частично в России. А как обстоят дела, например, с Киргизстаном, Таджикистаном, Казахстаном в этом плане, честно говоря, я не знаю. Так, есть еще другая проблема, то, что в Узбекистане критически вот мало СМИ, созданных самими журналистами и владеющими вот какой-то международными экспертизой и знаниями. И практически нет медиа, ну, практически все медиа, они принадлежат либо бизнесменам, либо людям, которые вот в тесных отношениях с чиновниками. И это означает то, что журналисты, работающие в таких редакциях, обязаны, естественно, преподносить мнение своих интересы своего владельца. Поэтому основные темы вот этой внутри страны, это, естественно, если в экологическом плане, то есть это вырубка деревьев, в экономическом этого массовые сносы, но сейчас больше стала подниматься проблема освещения прав детей и женщин, что очень радует. Но мы пока не можем полностью говорить о расследовании, то есть расследовательская журналистика у нас стоит практически на мертвой точке. Почему? Потому что журналистов-расследователей никто не защищает. То есть есть у нас законы очень хорошие, есть 7 законов о СМИ, да, там очень хорошо все наглядно показано, но когда доходит до практики, естественно, журналист остается без защиты. И владелец СМИ или главный редактор лучше попрощается с таким журналистом, чем будет защищать его на суде. Это вот такая одна из таких больных вопросов. Ну, что еще могу сказать, что есть, конечно же, внутренняя цензура. Почему? Потому что многие главные редактора, особенно печатных СМИ, это люди старшего поколения, да, и то есть у них есть вот эта внутренняя цензура, и, естественно, это влияет на весь персонал их редакции. Зачастую интернет-СМИ, они более открытые, дают критические материалы. Вот после 2016 года, что меня очень радует, у нас появилась такая тенденция, то есть начали критиковать. До этого не разрешалось не только не критиковать, а даже анализировать какую-то проблему. И сейчас вот СМИ критикуют, блогеры критикуют, то есть пользователи социальных сетей критикуют, да, те или иные проблемы поднимаются. И это решается, и к этому голосу прислушивается, это очень радуется. Но есть еще одна проблема, это проблема именно журналистов и проблема блогеров. Сейчас у нас появилась такая критическая ситуация, то есть в том плане, что есть очень хорошие блогеры, знающие свое дело, да, но появилась такая волна, масса блогеров, которые занимаются просто шантажом, если честно говорить. Они освещают... Наргиз, вот вы плавно перешли к нашему следующему блогу. Да, извините. Который как раз-таки посвящен работе социальных сетей, блогинга и так далее. И вот мы знаем, что с развитием интернета середины 2000-х годов центральноазиатские редакции в целом успешно перешли на онлайн-форматы, и сейчас этот уже вопрос актуален. Даже, наверное, и редакторы районы газет понимают, что медиа и интернет прямо взаимосвязаны, и отделить эти два понятия уже нельзя. Но не успели медиа привыкнуть к онлайн-формату, как появился новый вызов. Это как раз-таки социальные сети, паблики, блоги, каналы, куда устремляется внимание, время аудитории и куда аудитория уже откуда не хочет выходить. И кто более быстрее адаптируется и разгадает секрет социальных сетей, тот и останется в выигрыше. Те медиа, которые еще на пути принятия новых реалий, они теряют свою аудиторию. И тут вопрос. Социальные сети
и производные этого явления – это конкуренты онлайн-СМИ или это новая возможность для СМИ? Какую установку должны принять онлайн-медиа, чтобы оставаться в выигрыше, то есть сохранить аудиторию и рекламные заказы? И поскольку вы начали уже, Наргиз, говорить об этом, вы сейчас свое мнение по этому поводу нам выскажете. Пожалуйста. Как я сказала, сейчас идет как бы такая скрытая конкуренция между профессиональными, традиционной журналистикой и между вот блогерами. У нас есть очень хорошие блогеры, но они в основном выходцы из журналистики, поэтому они стараются как бы освещать всесторонне и объективно освещать какие-то проблемы. Например, это Давлетов УЗ, это Хушнут УЗ, это вот Макаренко и так далее, и так далее. Но появилась вот проблема в том, что появилась масса блогеров, которые просто занимаются шантажом. То есть я слышала, то есть эти мне даже предоставляли факты и была очень огорчена. Они, оказывается, например, в областях и в республике тоже подъезжают просто к какой-то организации или к хакимиату, да, дают свою это, договор на какую-то энную сумму и говорят, или подпиши, или переведи, да, или мы будем под тебя копать. Естественно, в любой организации, в любом там хакимиате или в любом отрасли есть какие-то проблемы, да, проблем нет. Есть какие-то проблемы, естественно, эти проблемы всегда будут. И чиновники, боясь, что постоянно их будут критиковать, идут на уступки этих блогеров. И, к сожалению, сложилась такая ситуация, что из-за того, что сам президент несколько раз поддержал блогеров, все остальные руководители как-то подвинули на задний план, на второй план СМИ и начали приглашать на все мероприятия только блогеров. То есть у нас сейчас СМИ как бы переживает второй кризис, если честно сказать. Практически нет поддержки ни со стороны аудитории, ни со стороны государства. Это очень плохо, и это, естественно, влияет на качество информации, на качество подаваемой информации. Как я сказала, у нас есть вот несколько таких сайтов, Кунуз, Дарьоуз, которые имеют очень большую аудиторию, но они еще одна проблема, но даже их сайты не очень-то читают, то сейчас весь народ сидит в Телеграме у нас, да, сидит и получает информацию из Телеграм-каналов. Даже вот эти онлайн-сайты, они были вынуждены открыть свои каналы Телеграм. Сейчас практически все абсолютные госучреждения и СМИ, естественно, блогеры тоже ведут свои блоги только на Телеграм, в основном. Это очень большая проблема, потому что в основном идет недостоверная, субъективная информация. Мне кажется, надо с этим серьезно бороться. И сейчас появилась еще одна тенденция, несколько раз по этому поводу высказался и руководитель фонда поддержки масс-медиа Комил Аламджонов. То есть у нас появилось, кто он такой, потому что нельзя найти информацию, и он полностью нецензурно может выразиться и по отношению к женщинам, например, и по отношению к государству и так далее, и так далее. Закрыли, есть экстремистского характера такие блоги. Сейчас закрыли несколько блогов, но, естественно, закрытием там не решишь проблему, да, они открываются заново. Поэтому, мне кажется, надо серьезно внести изменения в законодательство именно о СМИ, потому что у нас, как я сказала, есть 7 законов по СМИ, да, и только в один закон, это закон об информатизации, внесли поправку именно по поводу блогерства. Кто такой блогер, что такой блог, и какие права они обязаны иметь. Там очень коротко, да. Надо, мне кажется, заняться серьезно этой проблемой и в конечном итоге запретить именно вот такие блоги, которые не имеют своего лица. И плюс налогооблагаемость таких блогеров тоже не на уровне, потому что они имеют огромную аудиторию, имеют огромную
реклама, флаг им в руки, конечно, но, естественно, они не дают иногда недостоверную информацию. Это большая проблема. Спасибо, Наргиз. Диль, как вы считаете? Конкуренты нам, СМИ, блогеры и паблики, или можно найти взаимодействие и сотрудничать как-то? И вообще ваше мнение мне интересно. Я расскажу короткую историю о том, что в конце прошлого года наш парламент и наше Министерство информации инициировало законопроект по защите детей. Под знаменем этой защиты детей попытались регулировать социальные сети и мессенджеры. Там якобы для того, чтобы защищать детей от кибербуллинга, причем такого даже понятия не было в законодательстве, решили, что министерство сможет блокировать социальные сети и мессенджеры, если социальные сети и мессенджеры не удаляют тот контент, который укажет Министерство информации. Я считаю, что это большая очень проблема сейчас, что правительство, особенно авторитарные, пытаются влезть в эту сферу, в сферу регулирования социальных сетей и мессенджеров. Я был один из тех, кто инициировал противодействие этому законопроекту, и мы добились того, чтобы государство отказалось от этой идеи, то есть полностью регулировать социальные сети. Почему я это сделал? Почему я вообще это рассказываю? Мне кажется, что социальные сети и мессенджеры нужно не просто бороться с ними, а нужно лелеять и беречь в наших странах. Это единственная площадка свободы слова. Единственная. Если мы позволим нашим правительствам регулировать или удалять контент, или заставлять там что-то, каких-то там неизвестных блогеров, анонимные каналы там удалять и так далее, мы предоставим, мы просто откроем ящик Пандоры, очень опасный. Дело в том, что законодатель, вся разница между социальными сетями и мессенджерами, с одной стороны, и нашими законодательствами, нашими СМИ, в том, что социальные сети и мессенджеры регулируются американским законодательством, британским и так далее. И поэтому им наплевать на то, что хотят наши чиновники. И именно поэтому нужно использовать эти самые телеграм-каналы. Если вас смущает проблема анонимных каналов в Телеграме, например, создайте очень классный неанонимный канал, качественный, и аудитория всегда выберет известный неанонимный канал, как правдивый, достоверный источник информации. Мне кажется, вообще социальные сети и мессенджеры – это только возможности. К примеру, я вам просто приведу в пример. У нас есть в Казахстане, кстати, в Казахстане тот же был этап, когда было засилие анонимных каналов, но сейчас самые популярные телеграм-каналы – это именно неанонимные, это какие-то личностные или медийные каналы. Что я еще хочу сказать? Есть, скажем так, большая тройка в Казахстане, большая тройка масс-медиа – это Tengri News, Nur.kz и Zakon.kz. Три СМИ, которые, в принципе, почти всю аудиторию разделяют в интернете прежде всего. У Tengri News, который сейчас на первом месте, согласно SimilarWeb сервису, у них 40 миллионов в месяц аудитория на сайте. Это чуть больше миллиона получается, да, 1,5 миллиона, скажем, человек в день. В то же время у них только в Инстаграме, насколько я знаю, у них 2 миллиона пользователей, 2 миллиона подписчиков. То есть это существенно расширяет их аудиторию. Я думаю, что, возможно, это где-то дублируется, но в то же время я думаю, что это очень серьезные возможности для продвижения своего продукта, для расширения своей узнаваемости, расширения аудитории и так далее. Я думаю, что соцсети, мессенджеры нужно максимально использовать во благо себе. Это подарок судьбы во многом. Мы живем просто в прошлом веке во многом. Мы в Центральной Азии. Вот у нас, например, в Казахстане больше 5000 СМИ зарегистрировано. Из них большая часть, абсолютно, 3700 СМИ – это печатные. А печатный рынок – это наиболее сужающаяся часть. Это меньше процента, по-моему, это 1-2% максимум рекламного рынка. Рекламный рынок, кстати, Казахстана примерно 170 миллионов долларов. Это он вырос, то есть он был когда-то доходил до 300 миллионов, но потом сузился, сейчас из-за пандемии сузился.
сейчас восстанавливают свои позиции. Возможно, благодаря где-то вот российско-украинской войне, благодаря в кавычках, и проиграют где-то, и выиграют, потому что часть производства переезжает из России в Казахстан там, и так далее. Но очень трудно вообще вот эти тренды отслеживать, но я думаю, что интернет, СМИ – это прекраснейшая возможность для всех СМИ внедриться туда и использовать этот канал. У нас есть СМИ, которые просто шикарные, просто вот суперские, и они развиваются только в социальных сетях. Ну, я не знаю, YouTube-каналы, да, естественно, классные, как «За нами уже выехали», там еще куча YouTube-каналов, которые... у которых есть альтернативная повестка, независимая, которая очень классная, профессиональная. Или, например, прекраснейший проект «Протинге» называется. Это расследование, это классные очень проверки всех бюджетных затрат, расходов. Это просто аккаунт в Инстаграме. Они выиграли какую-то престижную премию в расследовательской журналистике. Они делают просто шикарный контент. Они являются просто аккаунтом в Инстаграме. И таких примеров очень много. Между тем, госсми с огромным бюджетом, с госинформзаказом и так далее, они теряют эту аудиторию. То же самое, я думаю, касается телеграм-каналов и других всех социальных сетей и мессенджеров. Мне кажется, что это возможность. Однозначно нельзя воспринимать их как конкурентов. А во всяком случае, они не запрещают традиционным СМИ делать аналог своей аккаунты. Я молчу, все. Согласна я с вами. Аделя, пожалуйста, расскажите нам, как обстоят дела. Если смотреть на... Как местные медиа ведут себя в эпоху развития социальных сетей? Успевают если... они? Если смотреть на эту тему, то можно сказать либо стакан наполовину пуст, либо стакан наполовину полон. Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Конечно, наши средства массовой информации понимают важность соцсетей и активно ими пользуются. По моим наблюдениям, по крайней мере, я так делаю, я редко захожу на сайт любой информационный для того, чтобы... Иногда я захожу на сайт, чтобы посмотреть картину дня, но в основном я новости читаю по ссылкам в соцсетях, потому что я подписана на определенные медиа, мне подкидывают информацию, я тогда захожу, или мне хватает той информации, которую подкинули, или я уже туда захожу и читаю основательно. И СМИ этим хорошо очень пользуются, у них у нас институт SMM очень сильно развит, и поэтому вот здесь вот какая-то положительная вещь от социальных медиа. Но в нашей стране еще уникальное взаимодействие пабликов и медиа происходит, потому что паблики очень часто служат информационным поводом для публикации в медиа. Особенно региональные каналы имеют договоренности на полную публикацию или на какие-то материалы, они просят договариваться на определенные материалы с тем, чтобы, допустим, сюжет, вышедший на YouTube, потом вставить в свой канал. И я считаю, что это нормально, это приносит, во-первых, каналу приносит аудиторию, во-вторых, это контент для медиа. Ну, тут, конечно, это в основном идет с теми блогерами, которые, как и в Узбекистане, вышли из журналистской среды, потому что у них есть понятие баланса мнений, у них есть понятие этического кодекса журналистов и так далее. Но наряду есть и те, кто называют себя гражданским активистом, и кто реально гонится за какими-то горячими фактами, очень часто не проверяя информацию, иногда выпуская какие-то провокационные вещи, и здесь бывает большой вопрос, и с этим очень сильно приходится разбираться. Но я хочу еще сказать тот факт, что первые кнопки YouTube у нас получали блогеры, не СМИ. Это сейчас уже СМИ поняли роль социальных сетей, поняли роль продвижения, теперь они начинают зарабатывать серебряные и золотые кнопки, но все равно отстают от блогеров. Еще есть такой факт, что зачастую публикации в соцсетях служат информационным поводом. Я не знаю, совпадение это или нет, но я вчера, проезжая по городу, увидела, что у нас разрушен шампанкомбинат. Я почему-то вот так вот обратила внимание. Я вчера же опубликовала эту фотографию и написала, что там вот осталась только внешняя стена. Сегодня агентство 24KG мне выдало ссылку, где они сделали полное расследование. Сколько там гектаров, что там было, фотографии изнутри, к кому сейчас относится эта земля. И я считаю, что вот это вот взаимодействие, оно, в принципе, оно очень конструктивное. Но недавно я посмотрела
исследования, которые проводила ИРАИ, они у нас периодически, особенно в выборах, они делают периодические исследования, опросы аудитории. И вы знаете, если еще в прошлом году, в начале прошлого года аудитория говорила, что она делает свои выводы, например, по кандидатам, по публикациям в социальных сетях, то сейчас этот процент уменьшается. Люди, наверное, может быть, это происходит из-за того, что люди переходят на какие-то другие вещи, которые они не называют социальными сетями, да, они уходят в телеграм-канал, и не все телеграм-канал называют социальной сетью. Они уходят в какие-то групповые мессенджеры, и тоже где-то они внутри общаются, пересылают друг другу информацию, но они не считают это социальной сетью. Но растет популярность у нас сейчас... Вот по исследованиям аудитории, интернет-аудитории, по исследованиям, у нас сейчас больше всех пользователей пользуются визуальными социальными сетями, то есть у нас рулят Инстаграм и рулят YouTube. Поэтому медиа у нас активно занимают позиции и там, и общаются со своей аудиторией. Вот, мне кажется, вот на это вот можно смотреть с двух сторон. Это и не зло, а может быть, частично и зло. Да, Нуридин, хотелось бы выслушать ваше мнение по этому поводу. Что вы скажете? Включите звук, пожалуйста. Последний месяц я принимал участие в двух мероприятиях, онлайн-мероприятиях по поводу развития блогерства. Почему уходят блогеры из сферы интернета и так далее. Дело в том, что я глубоко убежден, что социальные сети, паблики и другие возможности, которые на данный момент имеют люди, ни в коем случае не являются конкуренцией со СМИ. Почему? Потому что эти люди реализуют свое право на свободу слова, и эти площадки служат для того, чтобы они обменялись мнениями, подняли какие-то вопросы, как активисты гражданского общества. Кроме Узбекистана, я не знаю, как в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане понятие блога и блогера вообще в законодательстве не определено. Это, с одной стороны, может быть, и хорошо, что не дают возможности, которому очень реально стремится власти Таджикистана взять даже под контроль все социальные сети. Но, с другой стороны, как Наргиз сказала, в Узбекистане и в Таджикистане, и в других странах тоже некоторые блогеры берут на себя слишком много. Они думают, что раз есть возможности, можно пользоваться, не озирая на обязанности. То есть и шантажем занимаются, и очернением, и разжиганием, и так далее. Поэтому я думаю, что социальные сети и другие возможности, блоги и другие возможности могут быть возможности для развития СМИ, медиа. Они могут использовать из социальных сетей как источники информации, очень осторожным для того, чтобы использовать, обязательно перепроверять и быть начеку, что это возможно фейк и так далее. То есть, с другой стороны, СМИ, используя эти площадки, могут продвигать свои интересы, расширить свою аудиторию. Те, которые работают в социальных сетях, например, Азия Плюс у нас в Таджикистане, используя возможность социальных сетей, очень широко смог распространить свою информацию, завоевать большую аудиторию. И даже когда сайт Азия Плюс и информационное агентство был закрыт, они посредством таких возможностей увеличили свою аудиторию. Поэтому для того, чтобы развиваться самим СМИ, надо опередить
тренды, которые в настоящее время наблюдаются в сфере информационного пространства. Спасибо большое. Вот я тоже хотела заметить, что вы хорошо заметили, Нуриддин, что когда блокируются информационные агентства какие-то у нас в Таджикистане, это было часто, то очень хорошо работали те СМИ, которые были в социальных сетях, и можно было спокойно ту информацию, которую ты не можешь прочитать на сайте, ты мог спокойно эту информацию читать в пабликах и социальных сетях. А давайте теперь перейдем к рекомендациях и путях решений. Проблема обозначена. В каждой стране есть медиасообщество, есть какой-то диалог между властью, есть медиаорганизации, донорские организации, которые всегда готовы оказывать поддержку СМИ в мере своих возможностей. Но встает вопрос, как правильно использовать эти ресурсы для институционального усиления местных СМИ. И я хочу услышать ваши коллеги, ваши рекомендации, коллеги, пожалуйста. Наргиз, вам слово. Какие рекомендации есть у вас? Пожалуйста. Включите, пожалуйста. Да, включила. В основном, во-первых, я бы хотела бы сказать, что в Узбекистане за последний год открылись 10 факультетов журналистики и один университет по журналистике и массовой коммуникации. Но только где-то 30% всех выпускников идут в журналистику. Почему? Потому что, во-первых, это низкооплачиваемая работа. Только крупные сайты могут давать зарплату где-то 5-6 миллионов, это где-то около $500 США. И плюс это что означает? Надо, во-первых, я опять же повторяюсь, надо поднять статус СМИ. И, естественно, то есть готовить квалифицированных кадров, потому что все вот эти факультеты журналистики, они насчет технического оснащения остается желать лучшего. Кроме этого, вот где-то в 2019 году в соответствии с указом президента Республики Узбекистан был принят указ о дополнительных мерах по дальнейшему развитию информационной сферы и массовой. Сейчас именно этой сфере, ну, со стороны государства уделяется внимание, но мне кажется, еще не хватает, потому что, как я говорила, надо поддерживать и СМИ, и вот таких крупных блогеров с помощью государства. Но еще и рекомендации то, что, мне кажется, если СМИ будут иметь какую-то финансовую независимость, а это можно достичь, ну, естественно, именно с помощью, у нас в основном с помощью рекламы, потому что спонсоров практически нету, мне кажется, ситуация будет постепенно налаживаться. И, естественно, надо перебороть вот как бы вот эту до сих пор существующую внутреннюю цензуру в Узбекистане. Спасибо большое, Наргиз. Как уже Нуриддин сказал, что несмотря на все эти трудности, СМИ как-то развиваются. Аделя, какие рекомендации можете дать вы? Нужно ли поддерживать редакции? Кто должен этим заниматься? Пожалуйста. Ну, о рисках, с которыми сталкиваются редакции, я уже сказала, и, по моему мнению, сейчас нужно усиливать сами медиа. Нужно повышать грамотность и рядовых журналистов, и повышать грамотность менеджеров. Сейчас остро стоят вопросы правовой и информационной безопасности. Мы много проходили тренингов и проводим эти тренинги, но не всегда мы используем тренинги. Вот если сейчас пользуешься двухфакторной идентификацией. Это меня не касается, это мимо меня пролетело. В руках властей. Необходимо еще самим медиа очень с ними сотрудников. Вот прям шаговые инструкции, как поступать в таком случае, чтобы не
лишних юридических нареканий. Но действующим медиа я бы посоветовала и дальше продолжать общаться с властями, несмотря ни на что, вести конструктивный диалог, отстаивать, доказывать, потому что если мы не будем договариваться, то мы станем врагами. А худой мир лучше доброй ссоры, поэтому надо вот как-то вести диалог. Большой вопрос стоит перед вузовской подготовкой. Как Наргиз сказала, у них с этим тоже проблемы, и у нас большая проблема. Наши вузы не ориентированы на рынок. Там чаще всего работают теоретики, работают по старым программам. Они не знают, что нужно сейчас медиа. Тот практически месяц в году, да, который они отправляют студентов на практику, он ничего не дает. Я когда-то давно еще была в институте коммуникации в Канаде, и я удивилась, что студенты выпускают свой журнал, студенты выпускают свою газету, студенты выпускают ежедневные телевизионные и радио новости. То есть они наточены на практику, они могут выходить сразу работать практически. Наши же студенты это не могут. Я работала когда-то в Интерньюз, и сейчас вот в Интерньюз идет школа журналиста. И студенты, которые приходят на эту школу, на 15-дневную, они учатся всего 15 дней. И они все, выходя, говорят: слушайте, мы за эти 15 дней узнали больше, чем мы узнали за 4 года учебы в вузах. Это о чем-то говорит. Донорам нужно обратить внимание на институционализацию медиа. Это вот прям доноры, как правило, дают гранты на производство контента, но надо немножко смотреть шире. Был замечательный опыт у нас ОБСЕ, когда они поддерживали существование региональных медиа-центров. Тогда у нас был Баткенский ресурсный медиа-центр, Орский ресурсный, в каждой области был ресурсный медиа-центр. Эти медиа-центры поддерживали тесную связь. Вот я говорю, что у нас столица одно, а регионы другое. Вот эти ресурсные центры, они были связующим звеном всех медиа, государственных, негосударственных, молодых. Но в других регионах мы потеряли независимые медиа. И очень нужна государственная поддержка. Мы как-то работали по концепции информационной политики и много говорили о госзаказе, предлагали государству избавиться от лишних национализированных медиа. В нашей стране есть такие результаты событий 2005 и 2010 года. И деньги, на которые финансируются вот эти вот национализированные медиа, а они финансируются за счет государства, мы предлагали освободившиеся деньги направить на государственный заказ. И тогда бы вот эти деньги позволили бы создавать грамотный образовательно-социальный контент, но нас, к сожалению, не услышали. Вот кратенько те мои рекомендации, которые... По каждой рекомендации можно много говорить, но пока кратко то, что у меня есть. Мне кажется, таджикскую часть нашей дискуссии выбила. Да, мне тоже так кажется, потому что я не вижу ни Нуридина, ни Лолы. Тимур, приветствую. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, я думаю, у Лолы, наверное, произошли технические проблемы. Я коллега Лолы, да. Смотрите, сейчас мы обсуждали рекомендательную часть, да. По Кыргызстану Аделя Умидовна озвучила, по Казахстану... Было озвучено или еще не было? Нет, еще нет. А тогда рекомендательную часть, Адиль, можете, пожалуйста, озвучить? Хорошо. Я повторюсь, что одна из больших проблем наших медиа-ландшафтов, медиа-отраслей – это излишний патернализм, это излишняя надежда на государство и делегирование государству решать эти проблемы. Как финансовые, так и институциональные, так и, не знаю, по рекламе, по доходам, по кадрам и так далее. Мне кажется, нейтрализация этого тренда
это одно из возможных деле устойчивости независимых СМИ. Почему я так думаю? Потому что доведен до конца. Я не смог вспомнить ни одного, который был бы успешный, качественно работал на людей и так далее. Государство просто гарантия безуспешности вообще, то есть гарантия отсутствия качества. Именно поэтому я думаю, как минимум, только поэтому я думаю, что нужно минимизировать участие государства. А соответственно, нужна приватизация, нужна либерализация. Либерализация всего рынка подготовки кадров, чтобы в частных вузах, а не в государственных, готовили там журналистов и так далее. Да бог им, даже с этими журфаками они особо и не нужны, я думаю. Я думаю, что либерализация законодательства нужна. К примеру, в Казахстане до сих пор есть ограничение в 20% участия, иностранного участия в СМИ, в доле владения СМИ. Почему 20, почему не 15, почему не 17, почему не 42, непонятно. Да? И я думаю, что это абсолютно анахроничная норма. Нужна либерализация даже вот инвестиционной сферы, законодательной сферы. Нужна приватизация максимальная, максимальная либерализация. Либерализация фискальной политики, постепенное настраивание, вернее, настраивание фискальной, инвестиционной и другой нормативно-правовой базы на то, чтобы вовлекать инвестиции, в том числе зарубежные, лучшие практики. Пусть какие угодно СМИ создаются в Казахстане, инвестируются, привозятся новые там, ноу-хау, технологии и так далее. Это отлично просто. Это будет просто отлично. Мне кажется, также, если вот просто подводить, резюмировать, скажем, есть три кита, да, скажем такие. Это либерализация с приватизацией, это первый кит. Нужно максимально все, что только возможно, либерализовать и приватизировать. Второе – это интеграция, отраслевая, например. Ну, то есть не формальная, а именно чтобы СМИ, блогеры, кто угодно объединялись и могли решать свои проблемы по продвижению, по лоббированию своих интересов, по защите друг друга и так далее. Вот интеграция – первый кит, второй – либерализация с приватизацией. И третье, я думаю, имплементация, имеется в виду лучших практик. То есть на основе исследований исследовать лучшие практики мировые и делать и внедрять их в наших странах. Я приведу очень короткий пример, так как я фактчекер в большей степени. Я приведу пример Норвегии. В Норвегии тоже небольшой рынок, небольшое население, в принципе, с небольшой плотностью. Что они сделали? Ну, устойчивая экономика. Ну, даже на основе устойчивой экономики, очень социально ориентированной политики, все крупнейшие редакции СМИ объединились и создали единый фактчекинговый ресурс. У них нет доноров. Они сделали единый фактчекинговый ресурс, который они финансируют кумулятивно, да, то есть совместно. И этот фактчекинговый ресурс работает на все эти редакции. И все редакции пользуются их контентом. И мне кажется, что это прям шикарный опыт. То же самое касается опыта других стран, возможно, сопоставимых по размеру, по структуре экономики, там, по плотности населения по... и так далее. Да? То есть мы можем выбрать любую страну и выбрать любые лучшие практики. Я думаю, что вот все три вот эти вещи, плюс изучение трендов, да, потому что сейчас все очень сильно меняется, я думаю. Но и очень важно, на мой взгляд, сохранить социальные сети и мессенджеры в наших странах, не допускать того, чтобы государство лезло в эту сферу. Потому что для нас это всегда запасная лодка, запасная баржа, где можно выставить свой контент, да, где можно быть устойчивым. Спасибо. Адиль, вот можно уточняющий вопрос? Вот известно, что новый президент, он как бы озвучил такие вот новые программы, ну не сказать реформ, но таких постепенных изменений, да? И вот до этого и вы, и другие вот казахстанские эксперты, они озвучивают вот про вредность вот этого государственного заказа, да? Есть ли понимание со стороны государства, что уже... Нет, я не думаю, что у наших чиновников есть понимание того, что госинформзаказ нуждается в каком-то
какой-то модификации в реформах и так далее, потому что они воспринимают госинформзаказ как возможность влиять на аудиторию. И только. Между тем, они, что они сделают? Есть шанс и возможность развивать СМИ, развиваться журналистам, редакциям и так далее. А они их подсаживают на госинформзаказ, и те не развиваются, они просто ориентируются на то, чтобы удовлетворять запросы заказчика в лице государства. Поэтому я не думаю, я не питаю иллюзий в отношении новой власти. Почему? Потому что еще не было причин как бы поверить. Да, чуть-чуть произошло что-то, послабление. Ну, какие-то митинги не особо такие кусачие можно проводить, что-то еще. Но по большому счету новая власть, она очень похожа на старую, с небольшими вариациями. Ну, как минимум, наш новый президент, ему 69 лет, он большую часть жизни провел в команде Назарбаева, да? И единственным плюсом является, ну, немножко, ну, как сказать, открытие дел в отношении некоторых членов семьи бывшего президента, что-то такое. То есть, но самое главное достижение этой новой власти – в головах людей открылось что-то, возможности. Вот какое-то окно возможностей, и уже люди не хотят жить по-старому. Ну, вот, возможно, что-то такое иррациональное, метафизическое, что-то появилось. Это главная заслуга. Но госинформзаказ я пока не видел даже попыток реформирования или каких-то маршрутов в сторону здравого смысла. Хорошо, спасибо, Адиль. Передаю обратно эстафету Лоле. Спасибо большое, Тимур, за то, что вы поддержали нас. Видите, у нас как происходит, выключили свет. Вот одна из больших проблем, которая существует в наших странах тоже. Спасибо большое вам за ваши рекомендации. Я знаю, что эта запись у нас ведется. Мы все их запишем и выложим у нас в нашем хайлайте. Нуридин, пожалуйста, вам слово. Ваши рекомендации тоже хочется услышать. Пожалуйста, включите звук, Нуридин. Сейчас включим звук. Да, все. Я думаю, что проблему самоцензуры можно в определенной степени разрешить путем реализации программы правовой и психологической поддержки журналистов. Чтобы журналисты поверили в свою там, силу, что они делают правильное дело. Для этого они должны хорошо знать и применять нормы законодательства, а также при необходимости получить психологическую поддержку. А второй момент относительно институциональное развитие. Необходимо и донорским организациям, и самим СМИ уделить больше времени для своего институционального развития. Это касается и кадрового потенциала, и возможности работы с окружающей средой, в том числе работы в социальных сетях для того, чтобы популяризировать и завоевать доверие аудитории. И третий момент, было бы целесообразно правительствам наших стран разработать программу поддержки СМИ, независимо от форм собственности, но эта программа должна быть реализована по принципу подотчетности и открытости, чтобы доступ к этим ресурсам не зависел от политической позиции средств массовой информации, которые подают проект для поддержки. Также необходимо укрепить взаимодействие СМИ с организациями гражданского общества, чтобы они получили поддержку от этих неправительственных организаций не только в плане каких-то финансовых выгод, но и для того, чтобы повысить свой имидж. Для повышения имиджа необходимо работать нашим средствам массовой информации, как я уже отметил, через социальные сети, через другие возможности, с тем, чтобы
предлагать и расширить свои услуги для бенефициаров, для читателей, для зрителей, для слушателей. То есть надо найти новые возможности, обеспечить новые подходы с тем, чтобы именно институционально развивать свою СМИ. То есть институциональное развитие, к сожалению, последние годы ушли в задний план, и это не позволяет средствам массовой информации использовать свой потенциал полноценно. Спасибо. Спасибо большое, Нуриддин. Аделя, вы подняли руку. Сейчас у нас момент, когда можно задать друг другу вопросы, потому что вопросов от аудитории пока что я не вижу. Я хотела задать вопрос моему тезке, потому что я так поняла, что вы против государственного заказа, да? А мы в своей стране, у нас был опыт госзаказа, но там была очень маленькая сумма и был небольшой опыт госзаказа. Там были очень сроки, но в общем, там все было скомкано. Но тем не менее, наши медиа говорят о том, что нужен госзаказ на создание фильмов, телесериалов, на развитие, которые направлены на развитие там, государственности, на образование, на какую-то социальную сферу. Мы, например, хотим госзаказ. Хотя у нас его не было. То, что у нас один раз был, как бы, может не считаться. Почему вы так против госзаказа? Может быть, зависит от того, на что он направлен и как он будет проходить? Ну, вообще, вы, киргизы, у нас самые продвинутые в Центральной Азии. Поэтому вам-то еще можно, наверное, госинформзаказ доверить. А у нас это приобретает причудливо аномальные формы. Да? То есть, если направлять госинформзаказ, как, например, там, не знаю, в какой-нибудь Германии или Франции на телеканал «Арт» и на культуру образования, это еще нормально, ну и проследить за этим. А если это направлено на то, чтобы акимы, местные власти просто освещали свою деятельность в нужном ей ракурсе, это вдруг совсем другое, конечно же. Ну и контроль за исполнением этого, да, соответственно. У нас большинство СМИ живут за счет госинформзаказа, и это растлевает их, в том числе с точки зрения даже их миссии, да, работы на аудиторию. Они работают на своего владельца, хозяина. Как я уже упоминал, у нас 170 миллионов долларов совокупный рынок рекламы. И это очень мало, потому что это получается меньше 10 долларов на человека в год. Да? Ну, если так сравнить с 18-19 миллионами человек и если сравнить с госинформзаказом, который составляет примерно сопоставимую сумму, и он полностью направляется на содержание таких каналов, как Казахстан, это огромный, во всех регионах телерадиокомплексы и так далее, это областное телевидение, государственное телевидение и так далее. Они что-то делают полезного, конечно, там, я не знаю, детские каналы или что-то еще, но мне кажется, что лучше развивать рынок продакшн или СММ, да, то есть делать какие-то студии независимые, у которых будет телеканал там, покупать что-то. Но в нашей стране, например, госинформзаказ однозначно является злом, на мой взгляд. Он не учит людей выживать, но в хорошем смысле этого слова, масс-медиа не учит создавать хороший, качественный контент. От них, конечно, требуют каких-то рейтингов и так далее. В итоге, например, там телеканалы и так далее делают какие-то очень желтые ток-шоу там, с трансгендерами, ну, что-нибудь такое. То есть что-то, что вызывает скандал или что-то еще, они пытаются так за рейтингами гнаться и KPI какой-то выполнить. Или они пытаются что-то совершенно ерунду какую-то делать. Я думаю, что здесь нужна общественная дискуссия, опять же, имплементация лучших практик, исследования, имплементация лучших мировых практик. Мне кажется, во всех мировых СМИ лучшие практики не включают в себя государственный информзаказ. Госинформзаказ обычно финансирует какие-то бюллетени, где важные законодательные акты публикуются или что-то еще. Да? То есть это минимальное совершенно участие. Или это ну, общественно-правовое телевидение там, и так далее. Но оно есть, например, у вас, а у нас оно так и не запустилось. Но я думаю, что идеальной формулы, наверное, нет. Но я уверяю, что госинформзаказ в авторитарных странах – это зло в любом случае. Он так или иначе на определенном этапе приобретает какие-то
демонические формы, которые совершенно не направлены на удовлетворение людей. Ну, значит, мы все-таки говорим о разных формах госзаказа. Мы не говорим информ, мы говорим госзаказ на создание фильмов, сериалов и так далее. А нет, у нас есть госсоцзаказ и госинформзаказ. Госсоцзаказ – это на поддержку НПО там, и различных социальных инициатив, реализацию соцпроектов. Госинформзаказ тоже он огромный, на него финансируется Хабар, там телеканал «Казахстан», и эти бюджеты намного больше там, бюджетов «Евроньюз». Да? И огромное количество печатных СМИ, которые не читают, и на которые заставляют подписываться. Ну, вы все знакомы с этой практикой, и Нуридин это упоминал, и так далее, принудительная подписка и так далее. И все это поддерживает только уже отмершие нежизнеспособные формы. Да? То есть в то время как молодежь колбасится в ТикТоке, и они вообще наплевать хотели на все эти газеты, государство продолжает печатать и просто эти тоннами эти газеты в условиях, когда у нас бумага дефицит, да, там, деревья дефицит, можно адаптировать все и пытаться использовать новые технологии и так далее, и адаптироваться под аудиторию. Наше государство продолжает действовать по инерции, да, по инерции, не используя вообще какие-то тренды. Это все результат того, что у нас чрезмерный патернализм, опять же, надежда на государство, а государственный менеджмент, он всегда по умолчанию плохой. Он всегда будет отставать, там инициатива наказуема, там нет меритократии никакой. Там есть только трайбализм, непотизм и коррупция чаще всего. Ну, скажем, в большей степени. Да, я не склонен демонизировать. Я тоже сторонник диалога, да, но я думаю, что нам нужно постепенно как бы доносить до государства, что их участие не всегда приносит пользу. И это лишние бюджетные траты. Это те траты, которые можно было направить на, там, не знаю, онкологические отделения. Ну, понятно. Что касается диалога с государством, я имела в виду как раз диалог по законодательным инициативам. А то, что вы сказали, что у нас развито общественное вещание, то я вам хочу сказать, наверное, не все в курсе. 6 апреля этого года наш парламент принял закон, по которому общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызстана становится национальной телерадиокорпорацией Кыргызстана. И сейчас этот закон на подписание президента. Мы ждем, когда со дня на день он подпишет этот президент. И тем самым на общественном вещании будет поставлена большая-большая надгробная плита. Да, да. Но пока де-факто де-юре оно еще есть, да? Но у вас был хотя бы опыт. У нас такого опыта как нет, к сожалению. Спасибо большое вам, коллеги, за такую интересную дискуссию и за то, что вы рассказываете об опыте своих стран. Это очень интересно, потому что, посмотрите, как бы какие-то разные проблемы, но, тем не менее, они в чем-то всегда схожи. А если ни у кого нет больше вопросов друг другу, то позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю экспертную встречу и надежду на то, что все-таки проблемы, которые существуют у наших стран, они решатся рано или поздно каким-нибудь образом, потому что, как мы видим, несмотря на такую серьезную проблему в том, что институционально наши СМИ уязвимые, где-то нет нормальной поддержки, а где-то наоборот эта поддержка очень сильно тормозит развитие СМИ. Ну, надеемся на то, что все-таки СМИ наших стран будут развиваться, будут выполнять свою работу. И я также, пользуясь случаем, поздравляю всех вас с двойным праздником, как уже наши эксперты говорили, это с Всемирным днем свободы печати и с Иди Рамазоном, Рамазон Хаид, как-то называется у нас так в общем. И я благодарю наших уважаемых экспертов, которые нам рассказали о ситуации в своих странах, дали свою экспертизу и дали свою рекомендацию. И хочу напомнить, что с нами сегодня на связи из Казахстана Адиль Джалилов, Аделя Лаишева из Кыргызстана, Нуридин Каршыбоев из Таджикистана и из Ташкента с нами на связи Наргиз Касымова. И модерировала экспертное обсуждение я, Лола Алимова, и мой коллега Тимур Тахтаналиев.
А больше аналитических материалов по этой и другим темам, волнующих жителей стран Центральной Азии, вы сможете найти на нашем аналитическом портале по адресу www.kabar.asia. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. До свидания.